Друзья, всем привет! Вы на канале Нумизмен Нумизменыч. Приобрел у подписчика вот такую классную монетку. Я думаю, вы уже все догадались. Это у нас фальшак. Для тех, кто не знает, это монеты, отчеканенные в ущерб обращению. Простыми словами, это фальшивая монета, подделка, как-то так. По каталогу Экзонумия, друзья, название данного фальшака это М2.25-4-1АП. Вот такое сложное длинное название. Если в простонародье, это у нас имитация 1ВАК. То есть на монете пытались сымитировать первый штамп аверса, как мы видим, средний зуб, трезубца тонкий. Штамп реверса ВА, это у нас венок приближен к канту. И вот шестая, пятая гроздь, мы видим отростки в виде треугольничка. По весу, друзья, у нас вес 4,5 грамма. Все мы знаем, что нормальный вес монеты 4,2-4,3 грамма. Ну, бывают исключения на нестандартных заготовках. То есть, в принципе, монета может такой вес иметь. Но не в этом случае. Отдал я, друзья, за эту монету 600 гривен. Она была в таком худшем состоянии. Я ее уже трошки привел в порядок. Кстати, хочу поблагодарить Олега. Он уже не первый раз предоставляет мне такие классные монеты. Он человека хорошей находки, такие как 96-й мелкий гур, тонкие заготовки и много чего интересного. Вот, друзья, все-таки можно найти еще что-то интересное при переборе. Мне в последнее время не очень везет на переборы. Вы сами видели, что я нашел. Перебрал 2000 монет по 50 копеек. Кстати, друзья, кто не видел, переходите на канал и посмотрите мои находки из двух мешков из Пумбанка. Друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь обязательно, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. И ставьте лайки. Мирного неба. Всем пока.